Добрый день, дорогие друзья. У нас ноябрь на носу. Сегодняшнее видео, в принципе, пчеловоды уже все сезон закончили. Все, как говорится, отдыхают. А я, как помните, поймал на балконе здесь бабочку восковой моли. Вот, кажется, вредитель. Пакость, так вредитель пчел. Вот. Семьи даже бывает погибает. Ну вот что за месяц. Я ссылочку оставлю внизу, как я ее нашел. Вот за месяц здесь уже размножилось. Вот уже личинки появились. Тут бабочки летают. Мне порекомендовали сделать в контейнере, чтобы контейнер был заполнен практически полностью старыми сотами, вот с пергой, с воском. Тут, все тут на свете старые соты я вот привез. Вот метку где-то немножко чуть-чуть. А так я кормлю их забрусом. Сейчас я вот пока режу эти соты. Я расскажу про эту удивительную эту бабочку. То, что происходило на моих глазах. Такие чудеса. И после чего сам стал есть, пить настойки из восковой моли. И, в принципе, чувствую. Самочувствие намного лучше. Нету осенних вот этих депрессий, как говорится. Что я хотел рассказать? Случай у меня был очень интересный в жизни. Мой учитель пчеловодства, ему уже 70 лет. Он схватил два инфаркта. Схватил два инфаркта и привозит ему друзья настойку восковой моли. Сам он пчеловод. Сам пчеловод, потомственный, всю жизнь держит пчел. Сейчас у него под 70 семей. Молодец, дед. Так вот, и он, когда схватил второй инфаркт, как вы знаете, это медок есть немножко, это разрыв сердечной мышцы, повреждение сердечной мышцы. Самое удивительное то, что сердечная мышца у него была разорвана в одном и том же месте, как уже потом узнали. Он, когда восстановился, едет в кардиологический центр. Новый кардиологический центр построили. Он едет на обследование. Приехал, прошел МРТ, я вместе с ним. Вот, и стоим мы в коридоре. Здесь супруга стоит его. Выходит врач. Заключением МРТ. И говорит, а где, говорит, покойник-то? Я не могу понять, что за какой покойник. Учитель стоит и смеется. Говорит, да нет, говорит, я, говорит, еще не собираюсь пока никуда. Говорит, слушай, говорит, я, говорит, и врач рассказывает. Говорит, я первый раз встречаю подобное, чтобы было два инфаркта и чтобы в одном месте были разрывы. Но самое интересное не это. Самое интересное то, что врач сказал, что
рубцы полностью зажили. То есть практически не осталось шрама. Вот какое-то чудесная бабочка. Вот и сейчас, дай слава богу, дедушка бегает с пчелками, развлекается. Что еще хотел сказать? Ну, конечно, безусловно, этот продукт был уже исследован. Исследован еще Мечниковым. Он лечил туберкулез открытой формы восковой молью. Что-то я много уже здесь напихал. Ладно, вот так вот оставим пока. И, конечно, очень хорошо помогает, нормализует давление, но очень осторожно нужно как-то найти свою дозу, та, которая не повышает давление, хотя давление она нормализует моль. Вот. Сейчас я их тут еще забрусом кормлю. Пусть все это съедят. А, и хранится, ребята, она у меня. Хранится она у меня около батареи. Я ее ставлю. Запах, конечно, замечательный. Так, как мне сейчас их пересаживать будет? Тут это очень любопытно. Так, наверное, стряхнуть. И потихонечку ложкой, что ли, пересаживать. Крышку я подготовил с мелкой сеткой. Так, а крышка-то где у меня? Вот. Крышечка такая с мелкой сеткой. В принципе, подготовил. Закроется и нормально. Сейчас лишь бы не, да, не полетят-то полетят. Ну вот, наверное, так. И что у нас тут получилось? Ну, мы сейчас посмотрим, откроем. Надеюсь, что они не особо полетят. Бабочка одна уже там. Вон она. Вон она. Так. И все вот это хозяйство. Тоже сейчас я им еще забруса добавлю. Бабочки есть. Бабочка. Вон они. Вот они. Все хозяйство. Говорят, нужно, чтобы посуда была побольше. Да. О, полетели. Полетели. Сейчас вас собирать буду. Вон тут. Ну-ка, иди туда. Ну, уже бабочек много. Бабочка, говорят, что откладывает за свою жизнь, довольно-таки короткую, 18 тысяч личинок. Ну вот. Наверное, вот так немножко насвинячил. Ну, сейчас буду убирать здесь. Вот и посмотрим, насколько им этого хозяйства хватит. Сейчас я еще... У меня тут где-то забрус есть. Я вам еще забрус положу.
сверху, чтобы вы хорошо питались. Думаю, пока что вам хватит. Ребята, только я вот... О, полетело. Только я вот не знаю, нужна ли им вода. Ну и все, наверное, закрываю. И будем наблюдать. Я специально взял... Специально взял прозрачное ведро, чтобы наблюдать и смотреть, как будет идти процесс. Ну и теперь поставлю батареи. Здесь сейчас подставочку небольшую. Вот, а вот это, наверное, ведро даже из-под моли возьму. Тут даже личинки вот еще есть. Сейчас запихну. Вот куколка какая. Так. И поставлю это все на подставку около батареи. Пусть они питаются. И стоят вот здесь вот.